Доброго времени суток, друзья. Я сегодня решил сделать маленький обзор на тему коронавируса и как вот происходит это в Испании на примере нашего магазина, как люди сейчас скупаются. Ну вот сейчас мы зайдем туда, и я вам покажу, как это все происходит, как все разносит у нас все полки, как скупаются. Есть, конечно, ажиотаж, но не сильный уже, но все равно он существует. С 15 числа, то есть с понедельника, с понедельника, это, по-моему, 16, у нас вводится карантин. Ну, вот сейчас я вам покажу, как люди готовились к этому карантину. Все освещают проблему коронавируса в Испании, и я тоже решил поддаться такому соблазну. Ну, так скупается все у нас. Хотя вот бакалея, пожалуйста, все забито, берите, не хочу. Ну, дальше сейчас пройдем, посмотрим. Ну вот, а с алкоголем и с вином меня тема радует, потому что все полки забиты. Для нас самое главное, основное, это водка. Водка присутствует, все нормально. Коньяки, вина, шампанское. То есть с этим проблем нет. То есть, если я вам показываю, пожалуйста, вина, все. То есть ажиотажа такого нет, можно закупаться. Дальше пойдем. С мороженными продуктами не очень. Тоже так пострадали, подкупали, смотрю. Вот в этом отделе очень грустно. Это где продают бумагу туалетную, салфетки, вообще ничего. Просто все тупо смели. Осталось 3 упаковки кухонной бумаги, так что все остальное пусто. Дальше туда тоже смотрим, смотрим, то же самое, все пусто. Вот. Сзади меня девушка говорит, что ничего нет. Идем дальше. Так, по поводу постирать, погладить. Все в принципе есть. Единственное, чего нет, а чего у нас нет. А у нас нету. Ну, так я не понял, чего. А, чего нет? Хлорки. Вот. Смотрите, хлорку все разобрали. Два палета, хлорки нет. Хотя вот хлорка стоит еще. Так что тут более-менее. Дальше идем. Смотрим, что там популярное, что разбирается в первую очередь. Так, вот здесь тоже все. Полки потрепали немножечко, тоже все хорошо, отлично, ну в принципе все нормально здесь, то есть маринованную чечевицу, маринованные там какие-то бобовые, все тоже берут, все популярно, ну идем дальше. Так, что у нас тут для детей, с шоколадом все хорошо, в принципе присутствует, что-то берут. Так, для деток сладости есть, это радует, все хорошо. Жвачки, леденцы, все это существует. Так, по поводу кофе. Кофе валом. Что еще тут валом? Чаи тоже присутствуют, то есть непопулярно. То есть, что я вижу, непопулярный это алкоголь, и почему-то не берут ни чаи,
ни кофе не разбирается. Ладно, хорошо. Так, по поводу рыбных консервов. Рыбные консервы тоже берут хорошо, но они, в принципе, присутствуют, да? То есть потрепали, но не так, как эти. Вот. Хотя тоже так нормальненько их потрепали. Но здесь больше консервация, да, консервация. Вот чего разобрали конкретно этот томат-паста. Здесь всегда стоит томат-паста, ее нету. То есть томат-пасту разобрали полностью. И макаронные изделия, вот сразу здесь. Здесь смотрю, макаронные изделия тоже все. Руки пустые, это тоже присутствует. Вот. Как я говорил с работниками магазина, они говорят, мы просто не успеваем все выкладывать. Говорит, все у нас есть, то есть не нужно это переживать. Вот. Уже сегодня пятница. Ага, вот здесь тоже уже. Всякие булочки тоже потрепали. Так, мясные консервы, в принципе, выберут, но не так. Дальше идем. Что у нас с маслом? Угу. Разбирали оливковое масло, растительное масло, но это, в принципе, не так проблематично. Все существует. Это есть, ну, брали. Видимо, конкретно брали. Так, идем дальше. Пока мне тут не мешают, еще вот хочу показать с овощами. Тоже разобрали, но они, в принципе, есть. Как вот снимаю, рискую. Нарезанные овощи, пожалуйста. В принципе, потрепанные полки, но нормально. Ладно, все, я пошел к выходу. Попрощаюсь. Да, вот интересно здесь. Все в пицце, все вот это вот все замороженное, все продали. То есть вот эта готовая еда, разобрали все. Хотя рыба присутствует. Так, мне тут сделали замечание, что нельзя больше писать. Так что я пошел. Ребята, желаю всем счастья. Этот кризис. Вот на последнем покажу еще воды. Воду все разобрали. Так что удачи всем. Не унывайте. Не ходите в транс. Все будет хорошо. Так, друзья, я вот вышел из своего соседнего, ну, из консума. И хотел уже с вами попрощаться. Но тут я еще зашел в магазин. Простой овощной наш магазин, который держат ребята из Индии. Ну вот их тоже потрепало, супер потрепало. То есть вот смотрите, это конец дня. Они завозили сегодня продукцию 3 раза. То есть выгребали все, овощи, фрукты. Ну, в принципе, это еще остатки такие более-менее нормальные. Так что вот такая вот история у нас происходит. Ну ладненько, как говорится, думаю, хочу пожелать всем, чтобы все у всех закончилось хорошо. Не переживайте сильно, что будет, то будет. Но я думаю, что все будет хорошо. Всем благ, всего хорошего и терпения. И давайте будем надеяться на все хорошее.